Всем привет, меня зовут Сая. Всем здрасте, меня зовут Даурен. Мы сегодня в гостях у Эль, Махабат Куиз. Я, кстати, стилист и блогер. Ты? Я видеограф. Он еще занимается мясом. Занимаюсь мясом. Первый вопрос. Вы вместе с 17 лет. С чего началась ваша история любви? Когда я встретил Сая, мне было уже 18. 17 было Сая. Я только закончила школу и поступила в КазГУ. Я с друзьями тоже решил поступить в КазГУ. Вообще это было не мое решение. Поступил на юридический факультет, встретил Саю, видел ее в переходах, в коридорах, какие-то совместные пары были на первом курсе, по-моему. И решил познакомиться в столовой в юридическом факультете. Там есть корпус и две столовые. Одна общая, короче, для студентов, и другая, типа для преподавателя, стекляшка называлась. И я к ней подошел в очередь, там мы познакомились. А вы что, он всегда иначе преподносит эту информацию? Ну, обычно я под воздействием. Алкогольное опьянение, чтобы хорошо рассказать историю. Надо бы выпить до этого, да? Какое первое впечатление произвел на тебя Даурен? У них вообще такая компания была супер яркая. 3-4 парня, которые очень выделялись на юрфаке. И маленьким, еще не созревшим девчонкам всегда нравятся плохие парни. И, естественно, он привлек мое внимание. Мне казалось, что он плохой мальчик, который не учится, все пары пропускает. Да, либо в столовой, либо курилка, либо компьютерные игры. Плохие парни играют в компьютерные игры. И вот такое впечатление. Но тянуло к нему. Какие у тебя были впечатления и эмоции, когда ты впервые встретился с женщиной? Растерянность была, когда я первый раз подошел к ней. Не знал, о чем заговорить. Ну и в последующем это было постоянное какое-то волнение. Вот эти бабочки в животе. Когда просто прикасаешься или смотришь на ее улыбку, глаза ее. Не смущай. Ну, такие были впечатления у меня. Ну, первое время, наверное, месяц-два у нас в основном онлайн, да, было общение? Mm-hmm. Больше друг друга узнавали тогда. Да. Это ВКонтакте, агент. В первый же день, когда я с тобой познакомился, в Инсте, по-моему, тебе... А, вот в Инсте, говорю, ВКонтакте нашел, когда Инсты не было. Нет, я первая добавилась. А ты добавилась первая. Ну, ты первый написал. Сразу нашла, видите? Нет, я не нашла раньше ВКонтакте, когда... Ты поступаешь куда-то, например, там школу меняешь или университет, у тебя сразу возможные друзья выходят, и вот он один из первых. Это есть открытый аккаунт? Да. Это как сейчас, типа, открываешь аккаунт и делаешь этот блогер, там, певица, персонаж из фильма. Угу. А как Даурен сделал тебе предложение руки и сердца? Какой вопрос? Второй. А, окей. Через 2 дня будет ровно 10 лет, как Даурен сделал мне день рождения. А, день рождения, говорю, предложение, это был мой день рождения. Мы тогда жили в Астане. Я примерно так понимала, потому что мы уже 5-й год встречались. Типа, я ждала каждый праздник. Может, на Новый год, может, на 14 февраля, может, на свой день рождения. И у меня всегда был готовый маник. Угу. Вот. И это было в окружении моих подруг и его один друг в Астане. Да. Ну, все помпезно, как по-казахски. Вот мы любим там шары, цветы, музыка. Торт. Да. Мне тогда нравилось, сейчас бы я предпочла что-то такое более интимное, чтобы наедине были. Угу. Вот. Кто женская по знаку зодиака, назови ее положение в Луне, Венере, асцендент. По знаку зодиака на рыбы, наша совместимость, как она часто любит упоминать, что рыбы со скорпионом, у них классная совместимость. Но вот это я асцендент, Венера, Луна, и там вообще ноль, поэтому я не понимаю. Я сама не знаю. Мне это интересно, когда кто-то рассказывает. Сейчас очень много нумерологов, чакрологов. Но я очень не верю в знак Сюцай. И по всем этим нам всегда говорят, что у нас идеальная совместимость. Я не люблю вот эти Венера, Луна, Скорпион, Сюцай, Семерка. Полнейшая просто. Это все, по моему мнению. Все Скорпионы ненавидят, потому что когда узнают, что он Скорпион, такие ау. Да, нет, это не а типа вот такая вот реакция у них. Скорпион, семерка. Ноябрьский. Как будто, да, такой же человек, как и все. А с чего начался карьерный путь Даурена, когда у него появилась страсть к видеороликам? Так, изначально он был фотографом. А, ну, мы, получается, учились на юриста. В моей такой идеальной картинке мира мы... Оба госслужащие. Мы как раз в Астане и работали. Он работал в прокуратуре военной, я работала в судебной системе. И мне казалось, что так и должно быть. Потом на 2-й год он понимает, что это не его, что он хочет заниматься творчеством, фотографией. И я тогда была очень против, но смирилась. Из-за этого мы переехали в Алматы, потому что Алматы как раз-таки более творческий город для фрилансеров, для творческих людей. Ну, это мой родной город. Ну, да. Мне не хотелось там оставаться. Далее с фотографией он перешел на видео.
И уж сколько лет ты занимаешься этим? 6 год. Как взгляды жены и стилиста повлияли на твою профессиональную деятельность? Ну, в первую очередь, этот взгляд жены и стилиста повлиял на меня, как на человека, который остался в 2006-2009 году, кто одевался, забудьте. Узкие джинсы, облегающие все. Но потом еще, знаете, был момент того, что я худею, поправляюсь, и чаще всего нахожусь в тело, когда у меня, короче, я полный. Бока, короче, живот рычит, и это облегающее носить, это ужасно все было. Ну, я уже начал комплексовать, но что-то находил, и Сая говорит постоянно, может, перейдем уже к широким джинсам. Вот, типа, то, в чем я сейчас это выбираю, вот жена. А на мою деятельность повлияло. Просто понимаю, что в каждой съемке нужен стилист. Абсолютно в каждой съемке нужен стилист, чтобы либо человек сам со вкусом хорошо, ну, типа, есть вкус, либо вообще нету, и поэтому нужно прибегать к услугам стилиста. Вы же пришли к услугам видеографа. Хотите ролик снять какой-то, надо нормально выглядеть. Так же, как и визажист, гаффер, вот это все вообще нужно. Ну, короче, еще на всех проектах пытается еще меня продать как стилиста, да? Ну, конечно. По поводу Даурена стиля, это тоже постепенно было. Ну, тебе нравилось, как я делалась раньше? Потом ну, раньше, да, вот это типа а-ля рэпер, вот эти галифешки. Ну, тогда было, это да, а потом со временем, ну, это тоже супер постепенно было, экологично. Первое время с примерочных он уходил вот так со злостью. Я до сих пор так ухожу. А в последнее время уже звонит, в какой день ты свободна, когда бы ты могла бы со мной пройтись да, по магазинам? Мне сложнее стало. Да. Раньше было легче намного самому одеваться, потому что к одному стилю привыкаешь. Сейчас спокойнее можно уже обходиться и без стиля. И то иногда бывают случаи, я самостоятельно что-то заказываю, он такой, на фотосессию это принесу, он такой, я не буду в этом сниматься. Расскажи о проекте, который особенно запомнился тебе и Даурену, ваша общая творческая победа. Не знаю, о каком. А что ты вспомнишь? Скажи. Эйпшит. Я тоже о нем думаю, но сейчас пересматривая, я бы его, наверное, хотела бы конечно. Заархивировать, потому что то, что ты делал, например, года 3 назад, ты такая, блин, это кринж какой-то. Нет, лучше так на вещи не смотреть, по идее. Ну, я сейчас так смотрю. А раньше, вот года 3 назад, это как раз период только-только карантин ослабили, да? Угу. И нам разрешили снимать в музее, мы договорились. Это была казахская интерпретация, азиатская интерпретация клипа Бейонсе и Джей-Зи «Ape Shit». Они снимали в Луврах клип. Да. Они показали, да, свою версию. Мы хотели показать наш музей Костеева. Я не скажу, что после этого мы как-то популяризировали, но все наше окружение, а что так можно было, что можно было там снимать? Ну, прикольно, да, слушай, да, не перехваливать тоже не стоит. Как Жансая поддерживает тебя в творческих начинаниях, особенно в периоды интенсивной работы? Не трогает меня? Самое главное, меня не трогать, когда я работаю. Он часто очень хочет домой пораньше приехать. Вот такая вот поддержка. А если честно, то буквально месяц назад был кризис. Угу. Были ссоры на фоне этого, потому что работы стало больше. Последние полгода я его практически не видела. Он поселился на студии. Днем съемки, вечером, ночью монтаж. Я с детьми постоянно. С ним редко видимся. Последней каплей стало, когда он начал еще и выходные забивать работы. Но мы поговорили. Вроде как пришли к компромиссу. И с другой стороны, его тоже понимаю, потому что мы сейчас в ожидании третьего ребенка. У мужиков, кажется, вот это включается еще больше работать, а где бы еще больше заработать. Я стараюсь понимать, но мои не гормоны понимаю, да. Такие, стоп. В семье у Даурена есть традиция, которая называется фейспалм. В чем заключается эта традиция? Я очень люблю, когда Даурен пишет длинно посты, хотя не знаю, сейчас их читают или нет, и публика любит, но не любят домашние и родственники, когда он начинает петошар, я хотела по-другому сказать. Петошар происходит, когда он начинает детские истории или еще что-то, да. Это у всех в семье есть, мне кажется, там в любом случае, когда за столом сидим, и там мать, тетя начинает вспоминать. Для кого-то, наверное... Деньги украл, что-то купил. Кого-то угостил пирожком, блин, или я наоборот угощался пирожком у одноклассницы постоянно, она типа меня угощала, вот у меня мать пришла, нажаловалась, типа, вы что, Даурена не кормите? А то он постоянно, типа, просит угостить пирожком, типа, я думаю, блин, нахер ты все вспоминаешь каждый раз? Ну, я благополучно, экологично сказал, типа, может, все, на этом
Типа уже весь мир услышал ура. Нас родители не читают в Инстаграм, но читают родственники, и они потом пересылают эти посты. Для родителей кажется, как будто это сейчас модно же, детские травмы вываливать на родителей. На самом деле нет, то ли считает свое детство счастливым, а это просто какие-то воспоминания, флешбеки из детства. Да. Пару раз получал от родственников, от родителей, которые были недовольны тем, что написал. Мама говорит, Жазуши. Жазуши, да, его называют. Нахера писатель ты. Ну, было время, хотелось писать много постов. Вообще Дориан старается находить всех родственников и такой в черный список. Ну, потому что это потом на каких-то застольях начинается. Типа, вот, то-то, то-то. Я думаю, быстро тебя найти. Еще когда не можешь найти, начинаешь через родственника других искать. Быстро находишь, заблокируешь. Какой кайф. Высказываешься, как хочешь. Тем более у него же в Инстаграм нет цензуры по поводу матов, вообще. В целом и негативный меня, да. Вайб бывает, и токсик вайб. Когда ты писала 40 с женой, то упомянул, что для тебя это невыносимый процесс, и выйти победителем тебе не удавалось. Как на сегодняшний день вы с женой стараетесь решать семейный конфликт? Ну да, как победить женщину? Никак не победишь. И мне кажется, ты дурак тот, кто хочет победить женщину, особенно свою. Никак разговаривать. Я избегаю всегда разговора, кстати. Я очень не люблю разговаривать. Хотя это ключ к решению всех проблем, особенно с женой. Разговоры, разговоры, разговоры. Сейчас, через день-два, когда уже накипит у нее, когда уже все свистит, все красное, тогда приходится разговаривать. Когда меня к стенке прижмут, давай поговорим, тогда я разговариваю. На самом деле это очень-очень плохо, потому что хочется, чтобы инициатива исходила из твоей стороны mm-hmm. тоже. А не только я так, нам нужно поговорить, нам нужно поговорить. Ну, последний разговор был да, классный. Выдели время. Наш с тобой. Да. Потому Она признала что... свою вину. Разве? Ну, и мою, сначала мою, потом такая, ну, ты. И я виновата. Хорошо. Игра в чем? Ладно, вот потом. Сейчас я что-то про ссоры, я не договорила. Короче, разговаривать нужно в любом случае, всегда выяснять, потому что у Даурена есть такая тупая привычка, сори, в шутку все превратить, просто поцеловать, обнять, цветочки. Нет, нужно все выяснить, потому что ты такая, ок, типа вначале отсрочить простила, надо, да, разговор, да, да, а потом это все в снежный ком. Все да. равно об этом вспомнишь. Ты не забудешь. Я не забуду. За какую совместную с Дауреном историю тебе было стыдно больше всего? Если честно, я такая, по крайней мере, у меня образ кажется такой пай девочки, что я ничего такого сверх не делала. Чтобы это было какое-то безбашенное действие. Что мне можно было быть стыдно, я не знаю. Может, какие-то тусовки, гулянки? Тебе было стыдно за меня, но не за нас вместе. Много раз тебе было стыдно за меня. Я так давно уже не тусуюсь, как в универе, что там надо волосы твои держать или еще что-то. Такого нету. Ничего такого, да, нет постыдного? У Даурена иногда бывает, наверное. А, мне стыдно было один раз, она в клубе. Девчонка на меня смотрела. Она же это, с запада, с Актюбинска. Ага. Есть типа Актюбинск, есть Хромтау, это как Алматы и Талгар. Актюбинск, он сам по себе такой спокойный город, а Хромтау более криминальный. И она из этого города. Сама все криминальные еще. Любила подраться в клубе с девчонками. И никогда до драки не доходила? Ну, конечно, я рядом. Как ты да. будешь драться, когда я рядом? Я ее разнимал, вытаскивал. Не было такого. Мое, да? Как вы с женой совмещаете творческую работу с заботой о детях и семейной жизнью? Творческая работа у нас исходит от Саи. Всегда она что-то просит отснять. Вот находит какой-то реф или что-то придумывает. Я это реализую, но то, что я предлагаю, она не поддерживает. И ей кажется это дебильным, тупым, неинтересным, короче. Вместе работаем, у нас съемки проходят не очень классно, если честно. Мы часто ссоримся на съемках особенно. Так как, типа, вот я уже 5-6 год в съемках варюсь. Мне кажется, вот единственный человек, кто с полуслова меня должен понимать, это Сая. Но иногда нужно лучше... Ну, это моя вина. Я больше начинаю злиться на тебя, потому что ты не поняла что-то, и поэтому нервничаю. А так, вроде нормально проходят съемки же. Не норм. Сейчас вообще реже мы вместе снимаем. Потом, как мы совмещаем заботу о детях с семейной жизнью. Ну вот, семейная жизнь. Я вообще, как многие говорят, включенный папаша. Так как у нас два пацана, я считаю, что и знаю, и читал это, что полностью... Там процентов 70-80% твоего воспитания и внимания должен уделять мужчина. Не только там, мальчикам, но и девочкам тоже. В особенности девочкам больше нужно это уделять. Но как, так как у меня два пацана, мне хотелось больше дать отцовство, потому что мой отец такой.
если в детстве я возвращаюсь, у меня всегда какие-то теплые-теплые воспоминания, и мне хочется это передавать. Мне отец говорил, это не я тебя воспитываю, тебя воспитывает мой отец, дедушка. И также переходит к моим сыновьям, но это, скорее всего, всегда улучшено, что-то тобой дополнено, где-то ты читал, где-то смотрел. Из личного опыта, из опыта твоих друзей извлекаешь и передаешь своим детям. Стараюсь больше времени проводить, только последние полгода я сейчас отдалился немножко, просто поздно приезжаю и рано уезжаю. Так, по поводу творчества. Наверное, потому что мы абсолютно разные все-таки в этом плане. Если бы мы снимали совместный фильм, я даже не знаю, какой это жанр был бы. Если бы мы были со-режиссерами, у Даурена это был бы экшен, супер переходы идеальные. Нет. Комедия, возможно, какая-то была бы. А мне больше нравится что-то такое авторское, какой-то месседж, чтобы там был, чтобы это не было супер про тренды. Возможно, что-то незавершенное. И в этом плане, короче, у нас бывают недопонимания. А по поводу детей, даже в Инстаграме нам все говорят, и друзья, близкие, и подписчики, что Даурен больше я ж батя, чем я ж мать. Потому что он больше их публикует, больше... Я не скажу, что больше проводит время, но тем не менее, если вот в нашем обществе есть такой стереотип, что мама больше проводит с ребенком времени, а муж должен помогать, то в этом плане у нас в семье иначе. У нас дети — это общие обязательства, мы в партнерстве воспитываем их. 50 на 50, считаю. Угу. Че, с чем не согласен? Нет, согласен. Просто этот... о фильме я говорю. Ты сказала фантастику. Почему? Я бы снял бы драму. Не фантастика, а экшен какой-то был фантастика бы. Ты же любишь супер-переходы. Я люблю это, но это не означает... А если бы я как режиссер смотрел бы на фильм, я бы снял какую-то драму. Мелодраму даже какую-то, чем боевик или экшен какой-то. Расскажи про самый запоминающийся поступок, на который Даурен пошел ради тебя. Скорее всего, это переезд в другой город. Даурен такой супер тепличный мальчик, который до 18, угу. даже до 22 лет, до 30, да. Рядом с родителями, единственный сын, у которого все готово. Ну, честно же так. Да, конечно. Да. А тут, короче, влюбился. Я после универа решила, что я должна переехать в Астану, строить карьеру и так далее. И Даурен у меня спрашивает, а как мы, наши отношения, как мы будем на расстоянии? А мы уже 4 года встречаемся, и как будто это долго. Я говорю, если у нас настоящая любовь, то расстояние для нас не помеха. А если нет любви, то это как раз-таки будет проверкой. Его хватило на месяц, и он через месяц переехал тоже за мной в Астану. Ну, для меня это было концом. Как будто сказал, мы расстаемся. Когда ты сказал, я переезжаю в другой город, и для меня это было как холодная вода. Я опешил тогда. Угу. Я просто к тебе приехал, я помню, ты жила в этом, на Жароково. Ты вышла и говоришь, типа, все, я устала, я не могу здесь больше находиться, я ни с тобой не вижусь, ни время вообще свое никак не провожу. Я устала, я переезжаю к сестре. Я соскучилась, я ее не вижу. Раз в год она прилетает, и все, типа. Либо надо смириться с тем, что она сейчас уедет, а у нас с тобой уже были проверки на расстоянии. Мы с тобой часто ссорились, когда ты уезжала на лето, в студенческое время. Я думал, все, походу уж этим все и закончится. Приехал домой, думал, может быть, сказать, может, все-таки останешься. Потом понимаю, что тебя понял, мучилась все это время. И нашел выход переехать в Астану. Быстро. Это с вот моей стороны, да, с моей стороны это якобы я прижала тебя к стенке. Нет. Либо давай кольцо, женись, либо это еще не так поехал. Я просто понял, насколько тебе сложно, хотя ты любишь этот город. Я, кстати, очень-очень люблю этот город. Мне кажется, порой, сори, те, кто ревностно относится к этому городу, алматинцы, особенно коренные, мне кажется иногда, что я люблю его больше, чем алматинцы сами. Но бывает какой-то период, что город меня душит, и я в основном в это время всегда в Астану сбегаю поменять обстановку. Скоро у вашей семьи рождается пополнение. Если родится девочка, какое имя для нее выбрала бы женское? Блин, с пополнением вообще у нас сложно. Я боюсь, что у меня родится девочка. Очень страшно. Сильно хочу, чтобы родился мальчик. Я вот с маленьких лет об этом мечтал,
чтобы у меня три пацана было. Насчет девочки есть большой страх, что мне будет тяжело ее воспитывать. Потом смотришь новостные вот эти все, как обращаются с женщинами мужчины. Конечно, зависит от моего воспитания, как я ее воспитаю, что я ей передам, какие ценности. Но в целом мне страшно за дочку, которую всегда могут обидеть. И не всегда я буду рядом, не всегда будут рядом ее братья. Потом думаю, может, вообще братья не дадут ей нормально жить в одном, ну, типа, будут ограничивать, запрещать. Но это забота, но это которая, да. Зависит от нашего все-таки. От нашего все зависит. В целом мне очень сложно за женщин у нас в обществе. Как с ними обращаются, какая жизнь будет, намного сложнее. Мне с пацанами легче, комфортнее. Я могу передать, я сказать, объяснить. А здесь как будто не слишком хрупкое, как не сломить вот эти все моменты. Тяжело, поэтому я хочу мальчика. Это мой страх. Кстати, у нас через 2 дня гендер-пати. Угу. Мой день рождения уже к выходу этого выпуска. Думаю, что будем знать, кто. Да, а по поводу имени, мы еще не думали, мы вначале хотим узнать пол. У нас всегда абсолютно полярные мнения по поводу имен. Первое имя дала бабушка, угу. Алихан. Зейн — это уже я. Это твое мнение? Да. Уступаю. Я не знаю, это страшно. У нас, кстати, в мой день рождения будет пресс-стена, где каждый гость сможет написать имя. И если одно из имен нам понравится, мы, скорее всего, выберем. В этом году будет 10 лет со дня свадьбы. Был ли кризис в отношениях? Если да, то как вам удалось его преодолеть? Кризис, конечно, был. Я даже не знаю по времени, по каким отрезкам. Возможно, даже раз в год бывает. Иногда 3 года затишье, потом опять что-то. По поводу десятилетия. Мы еще 5 лет в отношениях были, итого 15. Угу. В этом году 15. Хоть мы и столько, я считаю, полжизни тебя знаю, полжизни с тобой, но тем не менее, иногда в каких-то жизненных ситуациях, в ссорах, в хороших ситуациях, ты узнаешь человека с другой стороны и такая, блин, оказывается, не совсем я знаю человека. Поэтому с каждым годом все больше, глубже узнаешь человека. Как вам удалось его преодолеть? Мы уже до этого говорили, это разговоры. Следующий этап мы хотим в ближайшее время к семейному психологу. Не потому, что у нас плохо, а просто вот хотелось бы. Как Жансая изменилась после рождения Алихана и Зейна? Какая она мама? Мама, она очень заботливая. Мне нравится в тебе вот это качество, когда детей собираешь с утра. Ну, вот вещи им готовишь, дети возвращаются после садика. Я этому не научился, я не помню, в чем дети были утром. Mm-hmm. Что у нее вещи какие-то потеряются, носки потерялись, там, печатки, либо кофту. Старший у нас сейчас забывчивый. Я думаю, в чем он лазит? Вот это качество, наверное, это у всех мам есть. Ты мама очень заботливая. В целом мы с тобой похожи в этом. Мы сильно начинаем, как и любой родитель, переживать, если дети болеют. А как ты изменилась? Ты не изменилась, ты такая же осталась. По поводу Даурена, кстати. Если он даже такой супер-батя, вот насчет одежды почему-то, если я не приготовлю куда-то одежду, он обязательно их в чем-то домашнем, в чем-то каком-то непостиранном. Я не знаю, просто. Я куда-то, да. Если вот на неделю, даже на 3 дня уезжаю, я обязательно должна все разложить. Зейн понедельник, Алихан вторник. Это если вы в доступ к плазу пойдете, это если вы куда-то пойдете, это на тренировке, мне приходится все расписывать. Вот с этим проблема. А по поводу себя, как я изменилась... Я за собой замечаю, что первый год беременность, потом первый год, когда декрет, я прям мама на сетках. Я постоянно с ребенком. У меня никогда, кстати, не было нянь. При этом я веду активный образ жизни. Ребенок всегда со мной, по всем салонам, по всем делам, встречам. Никогда нигде не оставляла детей. А потом уже после года, после того, как я отлучаю от груди, я как-то это все уйди от меня. Я забираю ребенка. Кстати, он спит с ними и укладывает их он. У меня тот же самый вопрос. Как Даурен изменился после рождения сыновей? Какой он папа? Даурен прекрасный отец. Наверное, это тот самый случай, даже когда какие-то кризисы в отношениях, в первую очередь, возможно, по психологии это неправильно, в первую очередь я думаю о том, какой он шикарный отец и как можно лишить этого детей. Я понимаю, что в разводе у детей остаются оба родителя, но тем не менее, все равно.
по крайней мере, у знакомых своих вижу, что это не совсем так. Он шикарный отец для своих детей. И говорят, что девушка выбирает себе партнера, спутника, похожего на своего отца. В этом я вижу черты своего папы, потому что то, что нужно погладить, то, что нужно куда-то отвезти, то, что нужно ногти постричь, какие-то суперважные там собрания, суперважные события в жизни. Ненавидишь, но ходишь. Везде присутствует он. Я, кстати, не люблю детские мероприятия, когда зовут даже друзья. На детские дни рождения я никуда не хожу. Я не люблю большие скопления, где есть дети, всякие вот эти kids, как называется, хэппи-лоны. Угу. Везде ходит он. Я ненавижу ивенты. Ломерский. При чем тут это? Лучше ты туда сходи, я с детьми побуду. Я вот при этом. Я вообще в целом ненавижу вот эти мероприятия. Что-то нужно одеваться. Какой-то дресс-код кто-то придумал. Идите нахер, блин. В целом я вхожу в одном и том же всегда. Еще к вам что-то брать. Поэтому лучше я с детьми посижу, поиграюсь, подерусь с ними. Лучше я с ними время проведу, чем пойду туда. Вот. Финально? Как ты понял, что любишь женскую? Давай. После каждой встречи, а мы всегда фоткались с тобой. Каждая встреча, пару фотографий минимум. И ты пока до дома едешь, пересматриваешь. Думаешь, классно. Перечитываешь сообщения. У нас тогда не было этих мессенджеров. Mm-hmm. В обычных сообщениях переписывались. Перечитываешь, где друг другу что-то признались, что-то сказали. Я вспоминаю, типа, потом по телефону говорим. Понял, что тебя люблю, когда, наверное, что не можешь проводить вместе. Ой, уже в разлуке. Какое-то время тебе нужно побыть с ней. И я помню, что я признался тебе вживую об этом. А ты написала эти мысли. Я даже ехал, я помню, это было в 6 вечера. Это было по Тимирязеву, я проезжал Байзакова. Мне ты написала, я тебя люблю. Вот там, вот эти вот чувства потом долго-долго не покидали, пока мы не расстались с тобой. Вот это вот то, что внутри, как бабочки. Тот же самый вопрос, когда ты поняла, что любишь Даурена? Я у себя в блоге рассказывала. К сожалению, у нас такой случай, нет, не к сожалению, это наш опыт. Мы повстречались, когда мы были совсем детьми, можно сказать, мне 17, тебе 18 лет. Это первые серьезные отношения, первая любовь. И у нас были супер токсично-абьюзивные отношения. Угу. Ты за меня. Он запрещал мне не ходи туда, не здоровайся щечку с этими. Я растеряла всех своих друзей и мальчиков. Что там еще? Иди переоденься, короткое не носи, в клуб не ходи, не кури. Ну, как клуб? Я тебе не говорю, клуб не ходи, тебя и так не пускали никуда. Ну, я когда я находила потайные эти, да. Я благодарен твоему дяде. А в целом, да, это моя ужасная тупая ревность, неуверенность в себе. Mm. Это было ужасно. Короче, ужасно друг друга ревновали. Нет, я больше ревновал. Ты так сильно не... Вконтакте друг у друга сообщения читали. Это, короче, было супер ужасно и как не надо. Это вот действительно методичка, как не стоит делать. Но, тем не менее, я очень рада, что мы вместе выросли в отношениях. Сейчас абсолютно не так. И как я поняла, что я тебя люблю, это тоже было в момент расставаний. Ты когда имеешь, не ценишь, а когда все расстаешься, еще... Я чуть-чуть пренебрегала, думаешь, все, расстались, он вернется там, через месяц, там, прибежит, еще что-то. И один раз мы на 7 месяцев расстались, я такая, блин. Тяжело было? Было хреново. Очень тяжело было. Я еще первые месяцы сама за ним бегала, типа, в универе же видимся. Видишь его плохо, напишешь, на свидание с ним сходишь, но вы все-таки не в отношениях. А потом я забила, летом уехала в Актюбинск. Это был 7-й месяц уже. В августе он мне звонит в воскресенье в 9 утра. Это вот летние каникулы. Я испугалась, думала, что-то случилось. Беру трубку. Говорит, мне приснился сон, что у тебя появился другой. Мне приснился сон. Он был ужасный. В сентябре я вернулась с Алматы. Месяц его помариновала. Блин, помучила. Самое тяжело было, знаешь, что? А? Я, короче, вот, тебе позвонил, уже думал, все, с ума сходить начал опять. В сентябрь. Все эти собрались, это первый день, типа, за это... Когда в университете, вот это возле юрфак, вот эта площадь маленькая, ты стоишь наверху, я внизу, и я к тебе иду. Я тебя увидел, я еще пришли мы раньше всех. Угу. Тебя ищу глазами, тебя увидел, и к тебе иду. Я вижу, что ты растерянная. И я к тебе подхожу, еще долго так шел, как будто в слоумо.
И подхожу к тебе такая, я на пару, и уходишь. И думаю, капец неприятно. Больно было, она ушла, я такой... И это мне... была моя месть. Я быстро назад вернулся. Кем-то такие, что, типа, обосрался? Обосрался. Тяжело было. Помирились мы, когда пошли в бар, в клуб. Тогда мы помирились. Разъехались по домам. И уже поняли, что мы помирились. Потом еще встретились, поговорили. Вот, короче, мы за время отношений много-много раз расставались, но это была самая длительная разлука. Самая болезненная, да, была. И всегда... В каких случаях? Когда я попала в больницу, и ты вот с такими глазами прибежал, с цветами, заплаканные, там экстренная операция у меня была. Очередное землетрясение в Алматы, и он тебе звонит, ты где, что, где я забрать? А мы с тобой тоже один раз поругались. Тупой, блин, взял, поехал на поезде. Поезд были только плацкарты, я резко решил поехать к тебе. В Актюбинск. В Актюбинск. Двое суток в плацкарте, можно было на самолете тебе за два часа долететь, и все, дебил. Еще полтора часа. В обратную сторону еще тоже взял на плацкарте. Тоже два часа, двое суток. Но для меня это тоже был подвиг, и мы помирились. Мы тогда типа на месяц-два расставались. Тоже лето, мы каждое лето ругались, сейчас и расставались. Но вот в целом наши отношения, это очень токсичные. И вот эти первые 3-4 года ужасно токсичные были. Я вспоминаю, как я себя вел, зачем я себя так вел, я себе объяснений не нахожу. Потому что потом, знаешь, что хуже всего, когда ты видишь уже женатых людей, которые себя так ведут, думаешь, почему ты не перерос этот момент? В каком возрасте тебе должно прийти осознание, что ты ебанутый? Почему ты дальше себя так ведешь? Почему же твоя женщина этого должна заслуживать? Почему ты так вот ограждаешь ее от этим? Не нам судить, да? Да. Не ведите себя так, те, кто младше будете там встречаться. Поймите, что вот эта ревность изнутри из тебя исходит. Вот эти токсичные моменты, абьюзивные. Лучше признать, что ты абьюзер. И все. Это опять же глубоко в психологию уходит. Это уходит в да семью. Нет, это на поверхности нет лежит. В семью, это комплексы и еще так далее. От девушки зависит, которая будет постоянно его слушаться, да-да-да, вот там чуть ли не покрыться, нет? Нет, но это вот именно, она... я говорю, это в семью, в ценности уходит. Ну вот это, если уходит. Женщина не может еще донести ему тоже, что он тронутый, это бесполезно будет, его ничего короче, не будет. Короче, девчонки, не терпите такое. Да-да. Не факт, что он перерастет, и потом у вас будут нормальные отношения. Лучше от таких бежать. Тебе нужно было бежать, я все надеялся к тебе. Но я убежала в Астану, он за мной приехал, видите? Ну, тогда я уже успокоился. Вот это очень ценила, то, что ты ко мне в Актюбинск в жару на плацкарте приехал. Вот, студенческий подвиг. У меня нет к тебе вопроса. Я тебя люблю. Вопросов нет. Я тебя тоже очень-очень сильно люблю. Вопросы есть? Что ты мне на день рождения подаришь? Я тебя спрашивал, ты сказала. Шучу я. Шучу, мне просто ничего в голову не пришло. Если честно, я еще ничего не готовил тебе. Потому что я всегда говорю... Кэш. Я сама люблю себе выбирать подарки. Этот процесс мне больше нравится. Все. С вами был Махабат Квиз. Пока-пока.